API.RTF, URTP это окно, окно HT2155.MP3 окно. API.RTF, URTP, это пусто. Это центр и тут только true. Мы начинаем мутить игру. Покупаешь за цент, чтобы продать за два. Намутил себе целый, равно продал полтора. Стал вхож на точку, звони мусарам сдавай. Не жди пока это сделают другие, не забывай. Вокруг враги, да друзей у торчков не бывает. И каждый обибос это прекрасно понимает. И зассанную пятку тебя продаст на раз-два. Причем два раза, если простишь этого пидораса. В третий раз проспишь, и он тебя поимеет. Да-да снимет твои штаны, и да посмеет над тобой надругаться. Бесполезно злиться, нужно крутиться, а порой даже драться. Это центр и тут только правда, братцы. Ты и сам сдашь брата зассанный чек черняги. Я не утрирую и не очерняю, просто я вас знаю, чертяки. Все ваши характерные черты, все ваши закитоны. Сам когда-то батя жил первый, с метатоном. Был местным Доном Корлеоне, на самом дне. Вокруг все умирали, быстрее, чем на войне. Мой центр сжег коксил, ветераны теряли ноги. Многие перед смертью переходили на сторону зла. Мне повезло, я собирал зал и шел по дороге за славой. Честно говоря, для той икры я был очень слабый. Через дырки от иглы я бы растерял все свои яды. И я бы сказал, что мне это все нипочем. Но этот кич ни о чем, давайте честно скажем. А чё, кто-то знает торчебосса со стажем, в ком осталось что-то, так скажем, от человека. Я таких не припомню, по-моему, таких нету. Нужно лишь заглянуть за обратную сторону монеты. Там у всех будут моменты, несовместимые с жизнью. Горы лжи, на полях обмана, текут реки унижения. Этим говном завалено слово уважение. Их души заражены некрозом, как плоть после обморожения. Необратимые последствия личности. Хватит чушь нести про дружбу наркоманов на гречи. Это несовместимые вещи, у них всегда один друг. И все мы знаем его имя, скажем дружно, как его зовут. Ие, Руао, Иин, или Морфи, или Ханка, или Солома. Семейство опиатов – это фамильная злоба. Вот уж реально дружба до смерти, выражаясь условно, до гроба. Поначалу она приносит чистое счастье, а забирает немного, но потом чуть покодя, когда пунктиром расчертишь по вене дорогу, счастье станет бывшим в употреблении, друг начнет просить погашения долга. К несчастью, у тебя ничего равноценного его счастью не будет. Не беда, скажет он, плати частями ради дружбы, я готов подождать. При этом начав разбирать тебя по частям, как какой-то конструктор. Забирая сначала здоровье, потом семью и друзей, побрезгает только трупом. Да, это та самая грубая правда, принять которую будет трудно, но надо. Так что ты должен раз и навсегда одну простую вещь понять. У обибосса не может быть друга. Это надо запомнить, надо уяснить, надо знать. Пусто. Это классика, блять, это знать как бы надо. Да блять, я терял друзей из-за ссаного плана. Это центр, но не гуф и не слим и не птаха. Центр зоны повышенного комфорта, чистая правда. Привет людям, пораженным в правах. Мы еще станцуем с вами на телах мудаках. Они сначала разводят культ сраного статуса, а потом вас сажают за попытки влиться в их тусу. Они просто трусы, и они сами не верят в свой статус. Им нужны такие, как мы, чтобы тыкать в нас сраными пальцы. И кричать: вон он плохой, и что, а вы сами какие? Хорошие. Сомневаюсь, вы просто научились врать, притворяться. А я всегда говорю правду. Даже когда вру. А я всегда говорю правду. Даже когда вру. Пусто. Ха, о, и краткое. Я, NVIDIA GeForce Overlay DT, панель.